Всем привет, это Криптомига, и сегодня моя первая часть о проекте ZantaPay. Что же это такое? Это очень крутой кошелек, который поможет вам расплачиваться везде, где есть MasterCard, ну как они пишут, вот. И в целом этот проект поможет, имея криптовалютные деньги, да, биткоины, эфиры, там другие, оплачивать многие покупки. То есть это кошелек, который предоставляет очень хорошую безопасность. Вот. И мы видим, что сейчас идет ICO, и которое закончится через 21 день. И мы видим цену сейчас, которая есть. Вот. И мне кажется, этот проект будет очень крутой. Они уже собрали 4000 эфира, что в принципе довольно хороший результат. Вот. И я считаю, что этот проект будет действительно успешнее. То есть смотрите, здесь у них уже есть партнеры по биржам, то есть это IDEX, CoinPlace, BISQ, PEXO, XRDCoin. Вот, то есть уже у них есть договоренность с этими биржами о выходе их монеты на их биржу. Также вы здесь можете прочитать информацию об этом проекте в виде видео. Вот. И в целом мы видим, что вот эта монетка, во-первых, у нее дизайн очень хороший, да. И во-вторых, они говорят, что это новая трендовая такая монета, которая будет очень хорошо котироваться. Вот. И ну, здесь появляется то, что сколько купил, сколько человек смотрит. В принципе, мы видим, что проект пользуется популярностью. Вот. И люди действительно хотят инвестировать. Здесь есть также новости об этом проекте. Вот, и как можете видеть, они частенько обновляются, и вы можете следить за тем, как развивается этот проект. Вот, здесь общее количество токенов, которые проданы, да, по нынешним меркам это примерно 1,5 миллиона долларов, не так плохо, вот, на хорошая такая уже сумма. Вот, здесь даты. Вот. И сейчас уже ICO, третья часть идет. И в целом я считаю, что этот проект, вот, кстати, смотрите, у него очень хорошие рейтинги. То есть он вообще обеспечивает хорошую безопасность, хорошую такую борьбу против отмывания денег. И в целом, если там посмотреть белую бумагу, я это во второй части расскажу. Там структура очень хорошая и в целом понятная. То есть этот проект действительно, если они сделают то, что они обещают, это прям реально будет очень крутая монета. Потому что оплачивать с такой простотой, быстротой, с такими низкими комиссиями, ну, это, как я понимаю, как карточку используют какую-то, да, их. Вот, это просто будет потрясающе. Мы видим, рейтинги у них поэтому хорошие. В целом, это такое новое направление, новая идея, потому что до этого я не видел такой идеи. И здесь также, может быть, можно поучаствовать в реферальной программе, за счет которого вы можете получить скидку или там проценты от токенов, которые купил ваш товарищ, которого вы привлекли. Этот, значит, этот кошелек будет иметь такие функции, как получение, обмен валюты. Вот, и он будет очень легко использован. Также будет дебетная карта, которая непосредственно связана с вашим кошельком.
и всего лишь 1%. Это комиссия будет. Вот. И 20% зато кэшбэк. То есть, в принципе, комиссия вообще съедается за счет этого. И, ну, здесь тоже вот расписано, как вот оно все будет происходить. Вот. И мы видим, как в зависимости от оборота будет ваш кэшбэк. Ну, я думаю, для многих это, скорее всего, вот первая часть, да, до 1 миллиона. Не думаю, что у многих в обращении там один больше 1 миллиона. Вот, это потрясающий кэшбэк. И поэтому я думаю, проект будет очень популярным, будет действительно хорошим, потому что условия, которые создаются для этого проекта, очень хорошие. Также мы видим здесь крупных партнеров, чья поддержка поможет, я думаю, этому проекту иметь успех. Вот, в целом все. Во второй части я с вами поговорю о их белой бумаге. Вот, где буду более подробно рассказывать все какие-то такие тонкие детали. В целом, первая часть была ознакомление с проектом. Вот, как видим, потенциал у этого проекта очень большой. И я думаю, что действительно, если он выйдет, он просто произведет фурор и будет одним из ведущих проектов по оплате каких-либо покупок. Все, всем спасибо, с вами был Криптоамиго, счастливо.